следующем году собственники домов будут платить за капремонт от 3 до 4 рублей с квадратного метра. Сумма взноса в Петербурге вырастет на 50 копеек. Но и работ будет выполнено больше. В 2017-м представители регионального оператора обещают освоить 10 миллиардов. На миллиард больше, чем в этом году. Программа капремонта уже сформирована на ближайшие 3 года. Ее бюджет составил около 32 миллиардов. Если распределять по видам работ, да, значит, в 2017-2019 году это ремонт 959 фасадов, это ремонт и замена 2460 лифтов, ну и ремонт инженерных сетей в без малого 1000 домов. Несмотря на увеличение тарифа, размер взноса в нашем регионе пока остается самым низким в России.